Что ты их обстриг, блядь? Я сказал, как тени ногтей, блядь. Как тени, ну ногти, когти, какая разница, блядь? Может, у тебя небольшие, блядь? Хуйня разница. И такой, Да блядь, так. быкует, слышал, да? Так я сказал, как тени, ногтей, такой, блядь. Ебать. Я сейчас нахуй РФК пойду. Я понял, блядь. Видишь, угрозы да, посыпались. Цивилизованно. В магазине в проходе, а я тебя толкнул, ебать. Я понял, нахуй. Я понял, Танатос. Просто сбил с ног нахуй тебя. Это какое-то рофл шоу, да, я так понял? Это бич, бич шоу, нахуй. Бич фестиваль. Как ты смеешь, блядь, не бить трэш на корабле, сука. В натуре. Танатос, как дела? Дикун хуярит. Что-то мы уже перелетаем? А, ну да. А. 5. Бля, прийти на тот корабль, я здесь похилю. Не, я здесь похилю. Прийти на хорошо, и я-то на корабль прийти, так. Я просто промолчу. Ну шо, Вадикон, как обычно, да? Соревнования, блядь. Идут серьезные соревнования. Чисто мужской этот махач. Чисто. Мужской шляп. Вот у тебя випка, пизже. Не понял, нахуй. Вы да випка там какая? 4% нахуй. Я понял. Это хуевая випка. 10 лет нахуй на проекте, блядь. 10, сколько лет? 10 лет на проект, серьезно? Надо соревноваться по другому теперь критерию, кто больше в мага даст. Кто больше даст? Кто больше даст того и тапки? Зози сейчас улетит, короче. У него на спине две торпеды стоят. Не туда он полетит, походу. Да взлет пойдет. Там уже Юли пробивает хорошо, мне. Че, улетим после? Давай, давай улетим после этого мага. Давайте. Быстренько мага. Я зубы у нее дал. Засчитывал, захилил, там не знаю. Быстрее, быстрее, быстрее добиваем. Я тоже ее засчитывал. Давай, еще ничего не улетаем. Тут трэш побьем на наш. Тимур один. Вон он, трэш убивает. Да ну нахуй, нихуя. А где Вилаш? Я смотрю, что Юлю-то не пробивает. А что с ней? Она мертва. Она была живая. А тут мертва. Ладно, смотри, тихо, чтобы убить босса. Вингрун, у тебя есть ранец? Да. Давай, перелетай. Надо мага добить. Там маг стоит? Да, надо мага добить. Ну, РДДшники, Shadow Knight, Ugrim есть, остальные подохли. Зози, перелетай, Ресса и Милашу. Седжу, МВП Хант, ну все остальные, кто на том корабле чилили, теперь будете летать сюда мага бить следующего. Ок. Так, все, улетаем. Ну, все, кто там? Вилаша там пока побудь, Лингрен, подержи до следующего. Меня сдуло нахуй. Тут я сдул. А не там трэш. Ясно, нахуй.
Блять, она никогда не ваншотила меня. Ну вы что, расстреляли в Женьке? Просто отходить надо. Да они в берсу впали, видишь, они под берсой стоят уже. Теперь летите, мага убивайте. Все, кто живые. И те, кто в пушках были тоже. Надеюсь, ранцевые брали. Идите, мага, бейте. По Лингрену хильте. А, там. Да все, падаем. Спрыгивайте с корабля. Да бейте. Лол. А как вы вашу проебали? Она была живая, а потом ее убила мертвая. Она была живая, а потом мертвая. Блять, пиздец, нахуй. Там же Мур один, типа на нее там не шел. Может, она перелетела как-то еще что-то. Я не знаю. Может, он потом ей как дал. Я в ахуе просто, бля, я вообще в ахуе. Что, блять? Мусор куча, нахуй, вот что это, Я матери только что звонил, она даже в ахуе, если что. Держи в курсе. Я просто первый раз в этом корабле вижу. Я не первый. Ты не поверишь. И не последний. Пойдем десятку хэм, там такие вайпы были на корабле. Блять. Я каждый раз на кораблях, когда на любом личе вайпаются, всегда слышу, что все первый раз вайпаются. Ну, здесь не первый уже был вайп, я помню, что. Кто в пушках сейчас сидел? В угре. Я сидел. Шкаф поставь. У меня типа пепца знания пройдет. Поэтому у меня понту нету вообще. Сидите. Че это за кольцо? Я понял, нахуй. Где он? Что бывает? Ты по сколько сказал? Тыкните. Ёбан. По 90. А че, ну, а че 350? Блять, не получил, я заморозки там дохуя. Ну ты там видишь же, у тебя ДБМ есть? Да я вижу, конечно. Ну вот, клацай, скидывай. А то 90 зарядов проебываешь. Может, по итогу тебе и на. Вчера весь на пушку решил занять. Ну иди. Да тут, блядь, не в пушках дело-то было, тут пол рейда. Понятно, ну просто урон. Был бы голос у Юльки, она бы пизданула, бы сказала: хилы, пидоры, хули не хилите. Хилы, моча, блядь. Может в чат написать. Да не в хилах тут дело, ебаный в рот, блядь. Как она хилов. А если бы ты был ДД, ты бы сказал хилы, моча. Нет, нихуя. Ну, потому что я видел, что было, блядь. А как она сдохла? Ты видел? Ну, Мур один, типа, не бил ее. И потом бах, ее нет. Это все, что я видел, блядь. Полностью поддерживаю. То есть, блядь, я хуй знает, что там, ну, произошло, блядь. Но это не хилы. Пробы. Как тухнешь, нахуй? Ёбаный сыр, блядь. Проклятие магов. Да, я бичара ебаный. Объективно, нахуй. Да то честно, нахуй, и не надо, ну, вынуждать. Ебать. Я бы тоже так сказал. С ебанутых спросу нет. Второй маг помер, нахуй. Вы чё, блядь? Да они, сука, хотят почилить. Посмотри детали смерти. Танатоса, посмотрите. У кого там свободное время есть.
Или я сейчас сам посмотрю. У кого свободное время есть, ГП получается. Оружейник, усмирительный вес. Ну пора начинать, хули корабль сложный босс, надо ГП давать. Опа. Бомбочки, мы же не можем отбежать от них. Было бы хорошо, если бы целка инст заходишь и там сразу лич. Сразу лича убиваешь. И у него одно ХП. Да, одно ХП. Желательно с автоатаки с кулака чисто его разъебываешь. И заходишь, а там лич голый. И одно ХП у него. Там, знаешь, вот это you got that I like you. Равис треснешь тролде, а Вадикон треснешь Танатоса. Попытка... Чего, Ванюша, не удалось пельмени поесть? Попытка номер два, нах. Смотри, сейчас опять умрет. Дамаг ваш где? Маги, давайте дамажьте. 500 тысяч не будет, пизда вам нахуй. Еще по 25 дам. Так, что там стаки? Пошли, улетаем. Уходим отсюда. Все с корабля ушли. Улетаем, чтобы Мурдин поменьше бил. Улетаем, улетаем, улетайте. Сейчас скидывать будут. У Женников пока бьем, пока стоим. Все скинул. Все, можно лететь туда. Корабль КСР лететь надо нахуй. Так, это последний маг, там уже, скорее всего, добьют после этого. Добиваем и улетаем. Ну или можно остаться тут, телепортнет все равно тут. Мардахан, ты полетел? Я ждал этого момента. Чё, когда просто дождик открыл? Начался. Возвращаться да. Научился? Да я умел, просто я более-менее владел этим навыком. Ну вот видишь, когда ГП дают, всегда начинаешь овладевать навыком. Войт, рассказываю анекдот, но я ни разу на камня ГП не помутал. Так потому что я его даю первый раз, блять. Нет, потому что на камнях ни разу не сдох. Получается красавчик. Да не-не-не. Не бывает такого. Кто там дамажить бывает, будет? Понятно. Ну, Авилания, да, подамажит. Захилят они без этих. Ну, должны 4 хила. Да не похили. Пиздец, что за дела? А кто подамажит? Большие. Ставьте руки. Большая имба. Или в 5 будем. Чё ты? Кто с 5-й пати дамажить будет? Можно я, Мадаунта? Подожди, у нас же есть Элмаунт, у нас же есть Ранг этот. У нас 4 хила, о чём мы? 4 хила не справятся здесь? Без подвинности. Че, будем в судоку играть? Ты в ШП хочешь побить? Да, ну, их все равно 5 будет, если ты будешь в ШП. А Вилания тогда давай в этого ретрика побьешь. Там 4 хила и так есть. Так, мастерство, сила.
Есть у меня такое кольцо на мишке, по-моему, да? Что там запустить, нет? Дальку закиньте. Фласка 7 минут. Спекнулись. Запустил там, пока раздавайте кулак. Герои, будьте начеку. Дек только что. Не соединись ко мне, отец. Лингрен, а по себе дай, пожалуйста, кулак. И вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля. Спасибо. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Смотрю, предец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Карадаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала. Куда стрим дели? Что стрим-то закрыл? Я не закрывал. Да. Да не тебе. Пиздец. Витя, ты чё? Я думал, не смотрит. Я сижу, втыкаю. Ну что-то хотел запрещенное, замутил, пока выключал. Дал, чтобы не спалить, раз, выключил быстренько, ты что-то сделал там опять включил. Ну то есть лакнул быстренько включил. Ну хули запустил авторотацию. Да. Да, у БМ это там пиздец ротация. Ротация, ебанешься. У АБМ нахуй. Какая у него еще ротация? У АБМ там ебанутая ротация. Будет две кнопки. Трэш не забываем, тут бить надо. Чисто. Ой, блядь. Значит, он пошотает людей, нахуй. Вот уже одно тело убило, нахуй. Как вы это можете теперь комментировать? Рыви срез его. А, у него куда? Ладно, я резну. Пиздец, конечно. Ну у меня НРКД, проси и на руководство, или блядь, сухой будешь. Мобов бейте, блядь. Ну, вы понемся, я понахуярю ГП всем, кто не бил, нахуй. Будете бить, нахуй. Сразу разницу поймем, блядь. Что такое убить трэш до того, как он вырастет, нахуй. И что такое, блядь, вайп на сурке. Моба выбираемся и напуливаем на танка. Стан даем по КД. Если стана нет, ретрик может не бить. Стан есть, дай штаны бьешь. Мобов. Ну, другое дело. Частицу на друид инвалида. Провести дар по эламаунту. Трэш бьем.
4, 3, 2, 1. Я в ахуе, блядь. Ебаный тап, нахуй. Какой пидор его придумал, блядь. Переключается на цель, которая в километре от меня, нахуй. До которой никогда не докастую, блядь. Блядь, дауны, нахуй. Кто это прописывал, блядь? Главное, выбирает тот, который на той стороне комнаты, нахуй. Я хуею, нахуй. Кликеры, блядь. Долорана выбрал. Ну, блядь, на туре. Такое ощущение на туре, стоишь в Долоране, блядь, тап нажимаешь, у тебя, блядь, трэш на сурке выбирается. Пацаны, помогите нам там с Долорана трэш побить, блядь. Пиздец, кринж. Вот теперь не бьет никто, смотри, а, вот, бьют. О, еще мобы живые, выросли, смотри, меня сейчас разъебывать будут. Ты потом, главное, линкани урон по трэшу. Да, интересно. Давай, кастаните войско там, ДКшники. Сейчас трэш пускай на войско сидит. Не знаю, добьем, не добьем, хуй знает. Петля. Фу, прожимки. Разъебу. Три ляма, не знаю. Не, ну если метка упадет, он захилится. Ляма. Должен добить. Ебал по мне. Я эти говнище выпал. Про бидона забыли, нахуй. Бидона жрал. А где он? Он тут вообще? Зачем бидону пояс? Или что ему надо? Ему надо было печеньку, но... Сколько токенов сейчас стоит? 200. Блин, мы обычно обратно в хила прыгать, да? Да. Брат на хилан. То есть ты хочешь, мы все от ЦК прошли в 6 кровь, да? Где ты вместо танк? А где все остальные? Никто не бил. Не, ну будь шип, сейчас я Виланию в хилан туда закину. Не, нет, нет, пусть дамажит. Не, нужен хпам там, где ты что гонишь, нахуй? Уроните танка на тухлом. Ой, блядь. 406 тысяч, да? Нет, там больше вроде. Ну, у меня смазалось уже. Слава, да, что они это делают? 409 у меня. Ну, хукмастер 500, седжу 80 тысяч по трэшу. Шарлоу 160. Мастер 800. Равиз 200. Вадикон 200. Ну, почти по 300. У тебя вообще пиздец 20 тысяч. Бич хули? У меня не бьется, я играю. Ну, Танатос. Равис 200. Равис 283. В БМе залп. Призан 400. Сифея 500. Руде 11 тысяч нахуй. Шалфир 380. Мордаун 180 нахуй. Даже, ну, Зози кот хуй знает. Ну, кот тоже, в принципе, может бить. Угрим. Не, кот как раз не может. Размахи не работают, а полностью переходить на трэш. Это... Ему считай, надо с нуля открываться в трэш. Он пока это сделает, трэш он дохнет. 500к в трэш, не надо тут. Самый прикол лок, нахуй, который демон, ну, типа тоже такой, блин, стоит, босса бьет. Ну, хуй с ним, он больше и так ДПС не дает. 15900. Не, демоны там, могут высоту. Там прикол в том, что трэш вырастает. Это означает, что человек 10 его не бьет, нахуй. Вот как в этом рейде. Вот это чревато тем, что выросший трэш может ебануть человека с тычки. Вот. А это уже чревато тем. Боешка воет пояс. Упирается все в берсу, упирается в появление меток. Вот, чтобы такой неприятной хуйни не видеть, надо, блядь, играть. Хотя бы одно ГКД дать. Бьешь ты, не бьешь, похую. Ну, если так относиться, оно постепенно люди будут смотреть, а они бьют, я тоже не хочу бить. Я понимаю, там в обычке, где все ловешься в этих трэшах, хп меньше там. Вот, чтобы это не входило в привычку, потому что потом будет неприятно. Вайп на сурке это пиздец. На кораблях. Как и на кораблях. Кто-то скажет, а аркан магия вообще им как, нормально свечится в трэш или нет?
Там же вроде просто вспышку они могут кастить на похуй, не? Возьмите эту динотроллку, я его вместо вспышки. О, маги вообще не били, кроме троллды. Че, тебе один ДС надо? Да, 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 у меня два есть, я просто сразу загрежу. Вместо Зоси тебя взять. Траволту вместо Зоси надо взять, да? Да. Ну плюс они в гильдию, думаю. Ты, получается, что, сделал проходку на 4. Зоси, у тебя жилич убитый, да? Да. А ты что, какую-то шмотку? Мы сейчас надо... Штаны там или что? Ну мне отойти надо. А что, пусть он входит. Если он, я спросил, надо ли, что он говорит, надо. Часа еще, сука. А что ты так? Это расстройство или радость? Я не могу понять. Можно было больше закрыть, в принципе. Закрыть босс? Да. Посмотрим, может быть, челики из обеда согласятся еще полчаса посидеть, побольше позакрывать. Проф, блять, куда там больше? Ну, гниль, наверное, мы закроем. Ну, можно до ланы спокойно пройти. Вот на профа я зайду, наверное, напалом, нахуй. Не, я просто в этого холлика спекнусь и все. Да, да, колбу хочешь? Ну, колбу, да. Стоп, ты же холли пал, мейн. Нет. Да. А Володиль говорит об обратном. Нет, да, нет, понял, да? Я понял. Что, нифига не понял. Ну колба-то нужна в любом случае. Не бегите вперед и ловушку сниму. Прикинь, если бы колба, что не нужна. Колба все равно сейчас никому не надо, из тех, кто в рейнте вроде бы. Кухмастер, как дела? Алло. Куда ты бежишь? Ну что, одну уже раздиффузили? Да. А где теперь ловушка есть? Больше нет? Ну, видимо, угнивала. Справа. Я же говорю, типа, не бегите. Мастер бежит, прыгает. Скачет. А есть какая-то инфа по видосам, по тактикам на ОКЗС нормальным? Блять, я даже не знаю. Ну, смысла смотреть. Тут, видишь, когда на S4 выпустили, их поменяли таймеры. Поэтому лучше смотреть актуальные видосы именно с X4. Так смысла не будет. Ну и что там так? Ну, я к тому, что может у кого-то есть просто нормальные, где актуальные, все такое. Если нет, то сам. Можешь посмотреть видосы, эти стримы. Вы же закрываете стримы за глаза. Ну давай, да, у меня в России те же самые. Тебе как понять, просто как работает босс, шкаф. Или просто по таймингам подглядиться? Мне надо понять, что мне делать за милика, если что. Вот и все. Да нихуя, не надо тебе ничего стоять смотреть. Бить. Это кто спрашивает? Мастер. Просто стоишь, бьешь. Там, если что не так сделаешь, тебя отхуесосят, и все сразу узнаешь. А, ну я понял, спасибо. Типа так быстрее. Знаешь. Конечно, мы так и живем, считай. Ну, все с этого начинаем. Да, ну, факту да. Призан, подожди, никому ничего не давай. А префайром захуесосить можно? Так, а что это получается? 4 босса, да?
Так, Зузи. Ну, а прикинь, ты сейчас заходишь вообще какой-нибудь, он не сдохнет, а ты сдохнешь. И по факту получается, что, ну... Ну, не то. 20 минут фласки давать? 20 минут осталось? Не знаю. Ну, это, кто точно уходит после 8? Присоедините, сейчас узнаем, кто с замены пойдет. Мы что, до полдевятого? Ну, я если на замене. Да? Ну, посмотрим. Две руки уходят, да, после 8? Угрим тоже уходит. Флаг, пожалуйста. Кукмастер уходит, да? Войт, а можно АФК на минутку мне отпроситься до полдевятого? Блять, ну я не знаю, да подожди, зачем? Не надо. Ну у меня просто, я ужин заказал на 20.10, надо на 20.30 заказать. Перезаказ сделать, по-быстрому позвоню. Так, можно я АФК с мышцами? Шадунай. Ой, блять, АФК ж... Сейчас, я очень быстро, давайте. Ну пока начнем. А чё, инту бафнуть можно? А, тебе идти. А, бафнуть. Май. Танка не проебить там. А, ты в хиле, да? Да, да. Я хотел с Мордауном там поменять, что-то не поменял, ну ладно. Дайте Геро. Может быть и завтра будем профи бить тогда. Да уже не надо, вообще голову не ебать. Геро дайте. Споры собираем. Квадрат верни. А чё в звезде сова. Спору? Алло, нахуй. Вы чё, блядь? Курнули? Класс, сова в мили пошла, вообще гений. Ебать, вы ещё на топ... Всё, я до полдевятого. Если человек сразу прибежал в метку. Я угораю, как сова, когда звёздный огонь кастует, руками так машет, нахуй. Как будто, смотри, вот это вот, что это за движение, нахуй? Она как курица, которой не дано летать, понимаешь? Дед, слышишь? Чё? До полдевятого, я, короче, нормально. Я понял, я понял. Ну, поспрашиваем замену, может, и побьём ещё. И это всё завтра отдыхаю. Я вижу завис. Ага. Ну, развисай ещё. Что могу сказать? Блять, тут же пельмени летают. Да, зеленая хуйня. Ого, я уже и забыл. Смотрите, сейчас танка серьезнее прохиливаете. Угу. Блять, дубовку отдал, сука. Это хуёво, конечно. Спору третий. Улучшай, этих надо отхватить. А в кружок нельзя отнести? Ну, Шини, вот эту ты хуйню словил зеленую, это ты можешь рейд положить. У тебя танк сейчас никто не хилит, кроме хапала, блять. Так что не лови эту зелёную. Хапал и нарог бы. Сейчас. Дал. Всё. На, нахуй, Мардан, как дела у тебя, блять? Отлично, блин. Куча хуёвая, да? Нету тучи или ничего у тебя, блядь. Ну вот, видишь, просто место жило. Чё, хильтесь, ёбаный покос, нахуй. Сложила, блядь. А Шэдоу как сдох? Шэдоу, ты тут? Да я за компанию. Мы пришли, блядь. Мы вы друг друга вы поддерживаем. Бичи просто, блядь. Чё с тучкой, нахуй? Друид инвалид Мардаун, Торес и Эрвист, это Шэдоу. Ему одному скучно будет лежать, понимаешь? Сейчас вам не скучно будет, сейчас хилы подохнут, вообще будет охуенно. Ну захиливайтесь. И дамажьте сильнее, блять. Пет, собаку свою вызывайте. То, блять, с таким ДПСом еще и третья, вторая ветка гниль будет. Да ебать. Добейте за босса, короче. Как он сдох, нахуй? Как он сдох сейчас? Да меня не отхилили. Да хули не отхилили, блядь? Нет, он просто ружу не держит, вот и все. Там куда ни разбегайся, везде, ну так сказать, подходит и нет места, чтобы встать. Куда ни кайся. Ну и сейчас я, блядь, найду место, тебе. Нахуй. Сейчас, блядь, подожди, блядь. Да не надо ходить, я сам найду.
Сюда, осколок варфон. Сколько у тебя там осколков? Это 47-й. Да, нормально. Я себе А сколько там надо, Вань? 50, так же, как и на ШМ. А, ну скоро уже, нормально. Кровь надо кому-то? Кое-кто квест не взял? Кое-кто? Кое-кто. Вот, а до какого босса планируешь? Не знаю. Ты квест не взял. Хуёво. Да я еще не успел. Хуёво. Было успевать. Травму я заберу, хукмастер. Мадруид Деси, а то у меня собычки. Хуёво с обычной травмой ходить. Лонер не скоро, нахуй. Еще через год где-то. Друид, кстати, в 4Т5. С Волонером вообще бомба будет. Круче хапала даже. Ну, такие возможности охуенные были. Так, значит... Все, перейдем в хапала. Не, вообще реально бомба будет. Если какой-то был у нас грамотный эрдру был. С частым онлайном, который вот в 4Т5 научится играть. Там пиздец будет. Так, значит, ваши метки. Так, звездочки будут стоять. Void MVP Hunt. В кружке будет стоять Шелфир и Тролл Д. В ромбике будет Вадикон и... Кто с магов-то лучше, блядь? Танатос. Да, Танатос. Аравист с Шадоу Найтом в треугольнике. В трусах, да? Да. Вугрим, значит, под боссом стоишь. Если кто сдохнет с нас, быстро выходишь. О, блядь, Пасифей же еще. Отмена, нахуй. Этот, кто там, блядь? Аравист. Так. В ромбике кто там? Вадикон и кто? Танатос? Вместо Танатоса Пасифея там стоит. Вот, частицу на Пасифею, ВП-хан там одень что-нибудь на ХП какую-нибудь хуйню побольше. Нихуя себе, блядь. Ключ. Частица. Нихуя. Кто на боссе? Только одна. На боссе... Кто на боссе? Лингресс из ней побоишь? Ну, как обычно. Мы в курсе. Ваши на боссе тогда. Все, проверка. Ну, все остальные, кого не называл, все под боссом стоят и перебегают за спину на плевках. У нас частицы нету, да? Частица на Пасифее будет. А, я понял, заходите. За МВП хантом посмотрим. Там, я да, ключ отдел, да? 5, 4, 3, а, попробуйте хилить, не знаю, кто еще это будет делать. Насчет дебафа, напоминаю, он диспелится сразу. Хилы не забыли там? Все хилы. Видим, сразу диспелим, чтобы нам проще было. Ну, Гера еще куда? Ладно, похуй, трипнут. Сдвигайтесь. Кто это стоит? Желание. Ты иди вообще под босса ставим, нахуй тут стоишь. Иди под босса, уйди. Тебе нельзя тут стоять, ты проебешь ХПС весь свой. И людей проебешь на той стороне комнаты. Я удивился, что это ты. Как будто я каждый день хилю этого черта. Не-не, все хилы всегда под боссом. Не-не. Так, любовку дал. Сука, не дал. Ну, ладно. Ключ прожал. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла!
Сань дубовку дал. Ты заебал, напился, что ли, блюет, стоит каждый раз. Так, что там, на луже залило. Дед налево. Учащийся слизнюк. Дед. Деда захильте, ёбаный в рот. Чуть не обругался, ты видел? Было очень близко. Готовимся, там вон куча маленьких. Маленьких только с маленькими, большой, чтобы маленьких не ел. И отворачивать РДДшники маленьких не в бок, а себе за спину, да? Чтобы они... Работаем, работаем. Дед здесь. Че там, взрыв скоро, да, будет? Или ты забагал? Листака. А вот большой у нас еще появился. Сейчас он под боссом еще съест. О, блядь, смотри, только близко не сделай взрыв. Подальше старайся его оттянуть. Взрыв, готовимся. Готовимся выходить. Вышли со спецназа. Блять, все сейвы свои отдаем. Спокойствие, всю хуйню. Быстрее, быстрее, быстрее захилы. Все гимны на хп. Лок сдох. Он под боссом был нормальный. Все, перебегаем. Трул Д. Ну, глыбу отдайте, маги, не жалейте. Все, за спиной так же бегайте. Фанта захил, нет ключа. Хилю, ебаный рот. Да ты уже нормально все не сдохнешь. Да-да. Блять, еще 30 лямов. Кто на меня наблевал? А те имеры или ваня? Спасибо. И, блять, и хиль меня. То хуево будет. Всем тоже по хилю. О, блять. Дубовая. Ёбаный! По голове, сейчас фридом дашь на сову, сука, здесь сдохну так, пизда. Этот, маги, выходите на рейндж. Кто-то один, выйдите в звезду. Друид инвалид, ресса и войда. БРКД. Равист, ресса и войда, Вадикон, ресса и Носферату. БРКД. Блять. Вадикон, ты сейчас кого рез? Ладно, похуй. Вставай, лок, локов уба. И нету больше никого. Ну ладно. Че, на рейнджу выйти надо? На сферату СС на рависта дай. Быстренько. Войд, выйти надо, да? Нет, пока. Ну выйди, похуй. Гимн на хп, шалфир. Здесь у тебя сейчас не блюет, а блюет. После блевоты. Слизь 4 стака, если чё. Готовьтесь, если что, отбегать. Большой он еще на той стороне появился. Под боссом съезд. Сейчас скоро будет взрыв, сейчас скажу. Готовимся бежать. Отбегите с мест. Побежали. Только не подъебало босса. Всю незыбку и гимны на хп оставшиеся. И хилим друг друга стоим. Все, последняя слизь упала, возвращайтесь. Мордаунт на РНЖ, ну кто там, все нормально. Сука. Блевота далась. И там лужа это выливается прямо на меня. Ты сдох еще, блядь, не доблевал. Да. Так, ну чё, голосование какое-то делать? Идти дальше или чё, совет пойти ебануть с Валькой? Погнали, погнали. Совет с Валькой, да? Это, блядь, чистить за её хуя ты, блядь, совет и Вальку. Там сейчас чистить, пиздец, блядь. Чё, мы профан не ебнем 6 хилов? Там чё? Там чистить, блядь, проще профессора убить. Ну, сейчас я прыгну другого хила. Совет можно не чистить. Но как ты его чистить не будешь? А продукт я могу поменять с тобой, если ты хочешь похуячить. О, Вадикон, тебе надо эту хуйню? Танка, что ли, собираешь? Там мастер Какаши хотел эту хуйню, эту шею. Если хочешь пароль с ним, не хочешь ни роли, хуй знает. Может, у него танк какой-то есть там. Спроси у него. А, мисклик. Ну, мастер Какаши тогда, да, эпоха.
это, это все, это не надо, да? Глебушка, захили меня еще что. Угу. Пипец, блядь. А, вон, несется, несется, нахуй. Ну, меня охранял, видишь? Я понял. Правильно. Так, Шалфир пока лидера скинул. Зайду на пала. Короче, кто там? Лингрен. Блять, Лингрен, хочешь подамажить? Ты что, потанчить хочешь? Не, да, в кукле хочу посидеть. Давай, без проблем. Тут бить ретриком как-то я, блядь, давно не практиковался. Ты шейма нет, Слав, стыдно. Слав, мне с того хила прыгать, да? Или в 5? А сейчас поглядим, ну погляди там, что с хилами, ну я хуй знает. Да в 5 должны захилить, блядь. Хапал по-любому нужен. Ну, будь в шипешнике, нахуй. Сейчас местами поменяй. Поменяй Шалфир их местами в Виланию с Мордаунтом. Чтобы у него тотем был хотя бы. Вон хочет, а Продакс хочет подармажить. Я могу ну, поменяться с ним. Да. А, в рейде уже? Блять, это минус пал, нахуй. Хотя я сейчас на пала захожу, блять. Не-не-не, он поменялся с Танатусом уже. А, все, ну все. Никакого минус пала. Плюс пал тогда будет. Это хорошо, МП5 нет, да, что-то я поманюсь уже. Че, шкаф ебаните? Слушай, Хулидрин. Ты кулаки нету дашь? Хулидринка. Ой, ратно, извини. Ты кулаки дашь? Я даю эти каски. Я тогда дам МП5, да? Ты Лингрен кулаки, да? Кулаки МП5 я даю. Ой. Ну, можешь МП5 всем давать. Это, ну, убери там у себя вот эти МП5, чтобы я себе поставил в аддон. Так, каски уберу. Чё, бьём этого? Па. Вот, у приста еще. Али. И у мага. Мне МП5 ставит, блядь. Просто убери, чтобы они в пустые превратились. А, мне ставишь как-то. Я не знаю, ты сам можешь убирать, если ты поле повер. А, блядь, думал, прав нету. Ну все, нихуя. Все нормально вроде. Так, шут. Опа, что ты каски-то поставил? Я не ставил, я не ставил. Это кто-то другой поставил. О, подожди, блять, это я его Вилани менял, сука, я тупой. Да, да, так я же говорю, ты меня просто каски забрал. Меняй обратно, ебать, я кринж. Сука. Паладинская тема какая-то. Сука. Блять, убери вот эту хуйню, оп. Зашел чисто в потную раздевалку, да, когда ты чины сливаешь, блин, я не знаю, мои походы. Меняю, твои сильно воняют. У приста еще, вон. Оп. А можно твои забрать? Оп, убери. Оп. Сука, ты заебал. Ой, блядь, как можно? Че, я хуй убираю. Какой это кринж. Фух. Ебать, мы справились, пацаны, нахуй. Вау, они смогли. Короче, даю МП5, нахуй. По-жесткому, по-черному даю МП5. По-темному. По-черному. Понял. Че, кто на физруке? Так. Точнее, на этом. И физруке будет сидит. Чем банку на хп ебанул? Ой, блять, сюда обратно, нахуй. На химичке будет сидеть? Что ты мне кидаешь, блядь? Давай, если я подержу, блядь. Так, а фласки у кого-нибудь остались на СПД? Мы сейчас фласки будем пить или нет? Ну, я просто... конца РТ, да нахуй, и мы 30 минут будем. Не надо, окей. Похуй. Так убьем. Это... алкашный выпить. Самое главное, вот... этот, кто он, блядь? Блядь, мне же отдали этого. Сед же есть алкашный? Не дам. Ты чё, блядь? Заеби его, блядь. До конца РТ 2 минуты, какая фласка, ты о чем? Вот тут треугольник, вот тут треугольник, это самое. Туда сносить эти... зеленые метки. Зеленые колбы. Вилаши на боссе. Все, сейчас я выпью куклу и походу эти сначала. Блять, кто мне мячик кинул? А, вот, там Вадикон спрашивает, кто будет стаки пиздить. Стаки? Ну давай, первые 3 Вадикон.
Потом, кто там еще может? Лингрен, да, в ретрике может, я думаю. Я ни разу не крал ничего. Только тогда, танчил. Тогда... Честный человек. Я могу забрать стат. Тогда хукмастер. Какие? Похуй, первый, вайп будет, последний. Ничего страшного, завтра убьем нахуй. Это, насчет три пуляем, подходите ближе, раз, два, три. Уже отходите. Где РДД, выйдите. Так, сейчас будет зеленый. И после зеленого сразу босса переводите, смотрите быстрее. Зеленого сейчас зергаем. Добиваем зеленого. И фул по боссу. Слушай, уходим. Ебать, вот эта лужа в столе, это вообще пиздец, нахуй. Лез на стол, нахуй, ногами. Да три, я лезу, видишь. Грязный. Сейчас перефаза будет. Идите в треугольник с зеленым дебафом. Так, красного бьем. Незыбку даем. Рейд захиливаем. Далеко убегаешь? Вообще пиздец, если в сторону брать, он тебя сейчас догонит. Ты чё стоишь? Беги! Вот раз, беги! Кто это там, блядь? Угрим, ты чё? Первый раз тут, блядь. Ну, рофли чек, всё нормально. Летят. Всё, пельмени летят, отойдите, не словите ебалом. Вон, видите, блядь. Найс, конечно, рофл у меня. Еще пельмени вылетели. Лауши... Блять, ёбните ему кто-то, сука, за меня, нахуй. Лауши, ну завязывай, ну стой 30 метров от босса, блять, ну с него пельмени вылетают, или ты не понимаешь этого? Брателло, блять, тебе надо подтянуть тактику, хуйня какая-то. Это вообще хуйня. Не лови больше, так, это из-за того, что ты стоишь эту хуйню, ты не захилишь рейд, нахуй. Пельмени. Красного бьем. Я люблю пельмешки. Сука, Транквилла, ты вообще дурак, нахуй. Друид инвалид, резай его. Красного резко бьем. Равист иннер по Транквилле. Убав по нему. Слушай, вышли. Глашу захильте. Транквилла, резай собаку быстрее. Юзай, резай свою ману, блять. Пистоба все обновляют. Всю хуйню каску ему дали. Племени бить. А Продокс нахуй. Как дела? Шелфир, Вулгрим. Я вообще в ахуе с вас. Ну так нахуй тогда играть вообще, если анонса нету. Пиздец, блять. Да детский нет, сад. Ну смотрите. Лужа сейчас, смотрите, будет. Вот здесь где откинул лужу. Это добивайте быстрее. Пельмени. Вон они, зеленое говно летит, прям три штуки, кого-то разъебет сейчас. Кажется, хорошо, там нет никого, блядь. Повнимательнее, Транквилла, блядь, дело уши. Вы хилы, блядь, вы не должны сдыхать. Это рыжий вышел. Рыжего бьем. Рыжего, блядь, зергаем. Пельмени летят. Пельмени. Не слови крестик, пельмени, ебаный, я Продокса, захильте на фул. Нет. Видишь, рейд долгий, уже ужинать хотят пельмени. Все, тихо, это. Сосредоточьтесь, сейчас я подойду. Неплохой рофл. Сильнее по боссу бейте. Сейчас будет зеленый. Сильнее по боссу. После зеленого будем переводить. Внимание. Вавилонию иннер плюс дайте. А хотя нет, там. Зеленого. Пельмени не словите. Где зеленый? А вот он. Бьем зеленого. Быстрее, на фул захильтесь, лужи выйдите. В черепок сбегитесь. И по профу 1%. РДД, настакиваем дотки. Быстрее убиваем слизня и по профу бьем. Фул по профу. Все, пошли по профу, фул. И встаньте поближе к этому.
к треугольнику, чтобы вы успели до него добежать. Быстрее, быстрее переводим. 1/10. Все перевели. Встали, блядь. На фул всех захиливаем. Я еще и второй крючок дам. Тебя не зыбко захиливаем. Чуть что не понравится по хп, Жальфир сразу дашь на хп. Эламаунт сдох нахуй. Вы его хилите. Отошли, отошли, отошли. Дураки нахуй. По Сифею хильте. Ну там нет хилов. Блять, ебаный в рот пошли. Нахуй. Добейте, пожалуйста, красного нахуй. Все, первый стак пускаешь. Вот, следующий забираешь. Значит, Равист, Реса и Эламаунта. Вадикон, как три стака заберешь, реснешь по Сифею. Куда ты, ну... В другую сторону веди. Пошли, ведем. Колбы отошли. Так, два на Вадиконе. Забери. Все, бьем к столу, давай поближе. А, нормально, там РДД далеко. Все, все, все нормально. Сейчас он третий заберет. А, три уже есть, резай по Сифею. По Сифею фулл баф, быстро-быстро захилить ее. Каску лапу пристабав по ней. Так, Равист. Дальше Равист заберет. Да, хорошо, да. Еще два заберешь и там дальше так добьем дальше. Пельмени. Так, Равист 2. Главное, не ловите пельмени и не стойте в лужах в колбах. Я обратно вернитесь, РДД не стойте перед мордой. Колба отходим. Все, третий забрал. Все, все, дальше никто не забирает. Дальше я на третьем свиланше заберу. Фу, просто дамажим. Так, на Виланше 2. Подходим. Так, на Виланше 3. Законченный фрейм. Забрал все Войда хилим, на Войда частицу. Все, и спокойно добиваем. 3 ляма всего. Один стак. Че там, колба скоро, да? Колба отходим. Ну вот она, колба выпала. Нет, колбы нету. Вот она. Сколочек. Мать осколков сыпет. Поясок заебатый. Гера? Да, Гера. Что там, Ванечка, два осталось? Ластовый остался. А, ласт. Один, Гера. Да. А, да, кому хорошо. Че, мы принцев пойдем? Ну пошли, я хуй знаю, кто там уфается. Вот прям сейчас кто уфается, скажите. Я вас это накину и пойду. Завтра идем робота тогда. Я. Так. Пояс и сейчас токен разролим. Сейчас посмотрим, пока трэш будут бить. Лингрен, спиканись на трэш. Я пока посмотрю, кто там. Возможно ли дальше рейд продолжить хотя бы на полчасика. Сейчас, сейчас подожди. А нет, пояс, блядь, мисклик. Тебе не надо? Не, пояс. Не, не. Ну типа стг на мне там. Ты можешь просто ему дать, потому что этот пояс не носит никто. Так есть стг. А, ну хорошо. Блин, не тот пояс на успех взял. Тебе Вань нужен? Кто? Ну вот этот пояс мне руки вместо Т5. Да нет, с профа я еще смотрю. С профа мне ничего не нужно, кроме скобки. Так, Седжу, кто еще? Седжу, да? Сколько это у нас боссов? 7, да? 7. Вулгрим. Замена плюсуйте, сейчас попробуем продолжиться рейд, нет? Замена плюсуйте в рейд. Консилятор, инвизибл. Закадыч, нихуя это замена. Кроме Седжи, Вулгрим, кто еще уходит? Че, как дела у вас там? Если есть замена, я могу тоже уйти. Совет сейчас бить буду. Дима Траволта. Так, Дима Траволта. Кто еще уходит? Алушин. Так. Танатос, Эйя. Консилятор. Хорошо, Вулгрим. Только не ливайте спать, я и подам вам. Не ливайте. Ну понятно, что тогда ты ловишь пельмени, что. Давай инвизибла дамага возьмем. Мардаунта в хила обратно. Три хила. Два холика получается. Эрдру, блять, хп удается. Я понял, нахуй. Хотя... Ой, блядь. Ебанешься, блядь. Кому-нибудь вот эта херня нужна? Я в рейд скину.
Нет, это то, что Слава троллит. Забей, выкини ее. Окей. Да... Это подарок. Это... Так называемый троллинг. А Хокмастер что, уходит? Хокмастер, ты уходишь? Он писал что-то? Я что-то не помню. Да, блин. Он писал вроде как. Уходит, да? Тогда Зузи еще надо взять. Так, вот так вот. Так, давай, что, 7 бусов, 700. Так, ну все, получается. Чем завтра робота бьем? Ну, наверное. Все, восьмая пати может быть свободна. Так, потом этих суманем. Кто? Я тоже бью. Ну, это, ну, похуй. Так, за замену, кто еще там на замене? Финал босс и Ушатастик, правильно я помню? Еще да. Заканыч, но сейчас я ГМ добью, присуну. А. Еще я, Гэндальф. Заканычем. Понятно. На замене ГМ. Заканыч. Ушатастик. Гэндальф. Ой, там еще Final Boss. Так-то пишет. Они в другом рейде. И кто ну, еще? Да. Final Boss пишет, что на замену он говорю. Шарит еще. Слышь, Войт. Че? Там Заханыч и Гэндальф в другом рейде, нет? В каком? Мы за магика добиваем и все, бля, ебаный в рот. Ага. Ну, значит, если бы вас позвали, вы бы не смогли. Я бы ливнул нахуй и пошел бы этот самый. В чем проблема? Да не, они ну, бы да. Ливнули, вы че? Угу. И кто-то еще четвертый был, я забыл. Закханыч, Шутастик и Гэндальф. А, финал босс, да? Финал босс, да. Финал босс, он на арене. Ну, всегда он на арене, всегда. Ну, бы тоже ливнул. Идет топ-1 брать. Ну, это вот эти вот 7 боссов. Сейчас еще закроем, не знаю, 2-3 там босса. Еще потом в конце плюсанете. А Продукс ушел или что? А, релогнится. Так, теперь что, как нам лучше сделать? Хильнуть вместо мордаунта мне... Лингруну потанчить. Так, что ли, сделать? Как лучше-то будет? У тебя призн есть. Только призн. Джагу ты не трогаешь. Ну, бля, я не могу так. Давай. Мне обратно в ШП подать? Ты будешь своей девочке говорить. Ну, давай в ШП кинем тебя, хули. Ну, а что ты зря спек делал, что ли? Два холика просто. Не, ну, заебись, типа, ну, пускай эти хилы похилят. Так, пойдем, чё? Так, давай, сейчас спекнусь. Сейчас-то это респектность тогда это после ну, трэша. До завтра, всем спасибо. Давай. Пока-пока. Вы же Лича сегодня не будете убивать? Будем. Думаю, нам не хватит да. Сил. Не, это уже слишком заебно, блядь, Лича еще бить. Okay. Чем слабые, что ли? Не, мы, в принципе, можем и сходить в Волка после Я Лича. Я думаю, и там... этот совет мы ебанем, вот если Лану ебанем, будет хорошо, ну и Вальку. Хотя бы, чтобы Синдралич у нас осталось, чтобы завтра нам вообще было ну, просто. Ну, кстати, да, можно с Валькой, а дальше уже все на завтра оставить два босса. Завтра просто тогда Синдралич и в это Волка. И Волка, да. По полной, блядь. С робота начнем, со вкусного, нахуй. И пиздец. Я сразу делаем два куска и пойдем дальше. Да. У тебя есть же эти воронки хочу... на... Да, там, да, там есть. 12 воронок есть, там 15, по-моему. Надо вот... Я бы форманул завтра, захода 2 бы сделал, да... Главное, что выпало. До соляры. Ну, посмотрим, что выпадет. Воин, жрец, друид выпадет. И на ДК. Токен. Так, заткнись.